Добрый день, друзья! Мы продолжаем смотреть на игры в рамках фестиваля бесконечной реиграбельности. И давайте посмотрим на игру Глифика. Наверное, каждый из вас когда-то сталкивался с тренажерными... с клавиатурными тренажерами, с тренажерными клавиатурами. Встречался, наверное, почти никто. И Глифика представляет из себя смесь клавиатурного тренажера и рогалика. Давайте попробуем. Выберем для начала сбалансированный режим. И в этой игре мы должны набирать слова, которые мы видим. Когда мы набрали достаточное количество очков опыта, мы можем получить новый уровень и что-то новенькое. Можем получить, наносить больше урона, прокачав нашу базовую способность. Если мы будем завершать слова, которые начинаются с глифов FGHI, то будут вспомниться медленно двигающиеся мины, которые взорвутся при контакте с врагами. Либо можем взять турелечку, которая будет автоматически стрелять во врагов, которые будут входить в область. Давайте возьмем турель. Ага. Хотя она немножко мешает. Может, я хочу набрать слово, а турелька уже его уничтожает. И новый уровень, у нас там есть множитель x2. Что возьмем? Также есть минное поле, тоже прокачка нашего базового оружия. Давайте можем еще до 3 оружий взять. Можем взять пушку, которая стреляет зарядом взрывных пуль. Нет, ее, наверное, не хочу. Вот, наверное, взять минное поле. Так или иначе, такие слова нам будут встречаться. Ниц. Ну. Есть. Терн. Двойной урон. Активирован. Байнд. Майнд. Сад. Эмити. Лейс. Хоуп. Idol, Oxen, Дели. Так, у нас что там? Цель есть, и мы можем взять какой-то лут. Угу. Все, оружие с дронами получает плюс 10 к скорости. Либо все кинетическое оружие получает шанс крита против замороженных врагов. Для этого нам нужны замороженные враги. Как-то их замораживать иногда будут. Падать пауэрапы, которые их замораживают, но в целом... Так. Можем увеличить скорость всех дронов на 20%, но всех оружия, которые требуют заряда, скорострельность будет меньше. То есть тут есть уже как плюсы, так и минусы. Что нам было бы интереснее? С заморозкой, конечно, интересно, но ее надо где-то брать. Увеличить скорость дронов на 10 или на 20%. На 20% было бы лучше. Давайте на 20% возьмем у нас пока. И постараемся тогда не брать оружие, которое требует именно зарядов. Charge. Дьюи. Так. Оксен. Джойс. Нюк. Импс к нам приближается. Акер, Айкон, Диск, Соль, Фрэнк, Свиньи бегут.
Так, двойной урон активирован. Ну, Айрони. О, кимчи идет. Где кимчи? Нет кимчи. О, были же. Так, надо крыс убить. Кис. Так. Огур. Айли. Кайц. Нет. Ой. Так, а мы, кстати, уровень давно повысили. Надо повышать. У нас всего 220 здоровья осталось из 300. Угу. Можно вычить дальность. Можно взять охотника, завершая слова, совершающие буквы I, O, U. Будет электрический луч. Давайте возьмем. Так, и еще один уровень. Давно мы уровень не повышали. Ай-яй. Давайте тогда таймер. Я столько уровней пропустил. Тогда понятно, почему у нас мы начинаем терять здоровье. Противники же у нас тоже постоянно увеличиваются. Так, каждый 12-й охотник, который вспомнится, это будет супер-охотник. Больше урона, больше длительности, больше скорости, больше... Каждый 12-й, но пусть будет. Слишком много плюсов, чтобы игнорировать. И заодно можем еще и спектра взять. Призрак, который тоже будет бегать. Так, вижу кэш. Так, больше выбора к лутам. Все турельки. Турелька у нас одна. Угу. Можем вызвать крит шанс и крит множитель. Но при этом на 10% увеличится шанс, что слова будут длиннее. Что может быть не так хорошо. Скорострельность турельки. Турелька у нас одна. Больше турелек у нас не предвидится. Вот давайте больше вариантов на выбор. Так. Deny. Grant. Left. Next. Pearl. No. Pearl. Choose. Dead. Так, урон всех дронов. У нас целых 3 дрона. Это наши мины, охотники и спектры. Увеличивается на 10%, это неплохо. Есть, конечно, гигантский магнит. Автоматически собираем то, что упадает, когда они заканчиваются. Это прикольно. Это, наверное, было бы хорошо. Мы можем не беспокоиться, у нас автоматически будут всякие там замедления, удвоения и прочее. Давайте возьмем ваки. И примемся именно за отстрел врагов. Unless. Header. Ипс. Ух ты. Наполеон. Learn. Cast. Unclean. Nova. Creature. Adorn. Ibex. Новый уровень. Что у нас? Можем прокачать охотников. Плюс 10 к урону. Ну, почему нет? Нос.
Grapple. Focus. Roll. Так. Заморозили всех. Ой. Меч. Бит. Он сет. Деф. Дент. Ип. Пейст. Стоп, 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 стоп. Надо повышать уровень. Что возьмем? Все. А, ну вот из-за редкого есть. Можем дальность нашей турельки увеличить. Написал слово touch. Так, ну сейчас мы отгребем, видимо. Хаки. Так. Email. Полет. Пай. Топик. Где? Так, лут. Забрали. Что у нас? Больше дронов будет спауниться. Но хоть их будет больше, они будут на 3 четверти... Это, конечно, редкая вещь. Они будут быстрее истекать. Но их будет больше. С одной стороны, в 2 раза больше спавнится. С другой стороны, в 4 раза меньше они будут действовать. Наверное, нет. Наверное, нет. Пусть лучше они дольше будут. Возьмем, наверное, экстендер. Ой, кажется, нас уничтожили. Но ничего. Мы получили 5 монеток. Эти монетки отображаются у нас наверху, и в дальнейшем, накопив достаточное количество, довольно большое, мы можем их потратить, чтобы приобрести постоянный апгрейд. Например, увеличить дальность всего кинетического оружия на 10%, увеличить опыт, получаемый всем энергетическим оружием, просто улучшить дальность на 5%. Ну вот, за 250 можем еще одного охотника взять. Давайте пробуем еще раз новую игру, но в этот раз возьмем уже расслабленный режим, чтобы не торопиться. Скау, Пейн, Вар, Ворм, Маск, Флип, Джекс, Вена. Так. Давайте возьмем спектра. Гласные A и O встречаются довольно часто. Так, новый уровень, у нас есть сундучок. Можем взять ловушку с клиночками. Когда мы завершаем слово, которое начинается с глифов J, K, L и M, у нас будет вращающийся такой вот клиночек. И также хотелось бы, наверное, взять тесламину. И то это турельки. Но тут слова, которые начинаются с B, C, D, E. Давайте начнем с клиночка. JKLM. Надо запомнить. Так. Item. Что у нас есть? Все кинетическое оружие можно увеличить его урон. Можно увеличить скорострельность. Давайте урон увеличим. Ага. Враги получают урон времени, когда они находятся замороженными. Конечно, неплохо, но в прошлый раз за все время мы были замороженными, ну, один раз, да? Так, а надо целых 45 минут продержаться. Это будет непросто. Ну, давайте на 10% увеличим
урон кинетического оружия. Сяо. Джифи. Топ. Элс. Байнд. Хэп. Айли. О, еще лут. Лут надо постараться отслеживать. Так, продолжительность нашего спектра можем увеличить. Либо продолжительность турельки. Турелька большая, наш вентилятор. Поэтому давайте сустейнер возьмем. Только нам, для чтобы взять, надо написать слово не сустейнер, а зиппи. Так, новый уровень. Что возьмем? Ну, давайте возьмем спектра, чтобы у них была скоординированная атака, больше урона будет наносить. Для этого надо написать слово «йогас». Я же написал. Так. Можем подлечиться. Так, берем еще одно оружие. И тут мы можем взять, конечно, минное поле. Но давайте вычтем урон от наших спектров, наших призраков. Для этого надо написать слово Saint. Святой. Так. Илка. Оуи. Нокс. Ярн. Биф. Сид. Рато. Юни. Динг. Повышаем уровень и можем улучшить продолжительность нашей ловушечки, но я хочу взять себе Тесламину. Тогда мы покроем еще часть алфавита. Слова, которые начинаются с букв B, C, D, E. Есть. Nice. Used. Hand. Goes. Mind. Card. Mist. Зависть к нам крадется. Так. Продолжаем прокачивать. Что возьмем? Можем разместить турельку. Она будет автоматически отстреливать врагов. Что неплохо. И тогда у нас получается три турельки будут. Клиночек вращающийся. Тесла. И вот эта турелька. Турельку, в принципе, мы видели. Можем посмотреть, что еще у них есть. Давайте. У нас, в принципе, призраки дважды уже улучшены. Давайте, наверное, Теслу возьмем, потому что это необычное, значит, более редкое улучшение, а значит, оно должно быть теоретически лучше. Лейденс. Зинг. Хэнд. Юз. Неон. Джип. Бленд. Тест. Пиз. Лейси.
Так, у нас есть аптечка. Аптечку мы сейчас возьмем. Тут мы можем взять либо продолжительность Теслы, либо продолжительность спектров. Ну, у спектров у нас уже два улучшения. Давайте прокачаем спектров. Amuse. Так. Void. Gems. Jill. Wash. Cast. Link. Upper. Kites. Где же? Bonnet. Herald. Нет? Use. Так, еще одна бездна, чтобы подлечиться. Ward. Easy. Geek. Fix. Dear. Chance. Data. Only. Надо немножко передохнуть. Что здесь у нас? У нас есть редкое улучшение для клиночка. Завершение слов, которое начинается с глифов Y и Z, также будет исправить клиночки. Ого, расширяем. Давайте. Often. Часто. Так. Real. Navy. Me. Might. River, is, zonal, yester, haircut. Ничего себе, слова пошли. Запись. Йобс. View. Mats. Now. This. Болт. Болт. Так, клиночка неплохо так себя показывает. Покрывает большую площадь. Давайте продолжим их улучшать. И можем расширить количество клиночков. Добавить туда букву еще V и W. Это у нас слово на всякий. Pipet. Dynamic. Игру Dynamic. Так, loot. Надо брать лут. Можем восстановить себе 100 здоровья. У нас 40 единиц не хватает. Можем взять уязвимость. Тогда у подборов будет больше длительность. У того, кто наносит в 2 раза больше урона. И он будет чуть чаще падать. А можем взять шаттер. О, против замороженных больше урона. Ну, по идее, это накапливается. Аптечка нам, конечно, даст 40 здоровья. А это постоянный бонус. Возьмем его. Раджайль. Раджайль. Что-то не было. Вена. Реактор. Рефт. Дата. Уэри. Камин. Куду. Так, там шеф. Удар. Оксис. Ямс. Так, чуть-чуть, так, стоп. Ай. Стонс. Фэр. Клэп. Фитс. Майлд. Кто-то злой к нам идет. Дилер. Так, повышаем уровень. Что возьмем? Можем прокачать репитер, чтобы больше урона наносить. В принципе, плюс 20. А можем мину Тесла. Вот так репитер, вот так иначе. Нажимаем кнопочки, наносим урон. Давайте его и прокачаем. Релей. That's. Don't. Бля. Йолт.
Доги. Вайс. Валер. Гимн. Просто. Еще и глаза разбегаются, чтобы смотреть на экране за всем, что происходит. Так, давайте, наверное, клиночек продолжим прокачивать. Клиночек у нас на выносит 38 урона в секунду. Если он будет быстрее вращаться, наверное, это будет неплохо. Давайте возьмем. Юзерс. Фейк. Кер. Бив. Прауч. Помните. Минс. Лайф. Садж. Оджер. Лейер. Сон. Эггин. Сейд. Чеп. Лефт. Сэнк. Элс. Zoom. Movie. Рик. Рик, говорю я. Что у нас вблизи? Плюс 20 урона. Шанс ускоренных каких-то врагов плюс 5%. У него все энергетическое оружие увеличит урон. На 10. Это повлияет только на Теслу. По идее, более редко это Point Blank. Ну, не хочется усилить врагов. Поэтому давайте просто улучшим, например, Теслу Prime. Так. Navi. This. Фил, бонус, диф, фонт, онион, так, райт, повысили уровень, и посмотрим, что у нас есть. Спектр взять, потому что он необычный, но, кстати, все еще есть место для оружия. Для еще одного можно, по идее, взять туда турельку. Спектр наносит, в принципе, 25 урона в секунду, а клиночек наносит больше. Ну и чё. Стейдж. Ой. Элрит. Зуэс. Инк. Джайл. Джайл. Зипс. Там что-то нехорошее нам вспомнит. Так. Хэш. Так. Ник. Заморозили. Медал. Песа. Джу. Ян. Маус. Факт. Что нам тут предложат? У всех турелек могут стрелять дольше. Это влияет на клиночек, который вращается. И что неплохо. Давайте возьмем его. Фейн.
немножко выдыхаем. Так, можем взять спектры. Говорят, каждый 20-й призрак, который будет, он будет суперспектром. Больше урона, больше двигает. Либо взять клиночек. Клиночек-то уже 53 урона в секунду носит. А спектр 27. Чуть-чуть поднялся, но не слишком. Давай тогда клиночек повысим. Хотя, если следовать нашей логике, спектр все-таки лучше. Потому что мы решаем... Машроум. Так, диск к нам летит. Спасите. Кажется, я потерялся. Окей. Все-таки немножко устаешь. Аккуратность 95. 52 ошибки сделали, но 95% в целом неплохо. 17 монеток мы заработали. 48 нам это все еще не хватает. Чтобы здесь я купить аугментацию. Пока вот на первом этапе аугментация не так, чтобы сильно влияет. 50. Нам 10% усиления. Хотя мы можем взять, конечно, шанс крита, опыт для всего, дальность можем взять. Я думаю, мы достаточно посмотрели на эту игру. Напомню, игра у нас называется Glyphica, Typing Survivor. Выживаем, печатая слова. Большое спасибо за просмотр и увидимся.